Алло, товарищи! Это уже третий обзор фигурки Ода из Deep Space Nine, то есть глубокой станции 9, Звездный путь. Вот его портативный компьютер, ноутбук, предсказание. Дальше, тут изображена станция 9. Это его трикодер, счетчик Кваркс, похоже. И сама фигурка стоит на подставке такой интересной. Это логотип Баджорсов. Не логотип, а их значок. Вот. Сам Ода. У него шерсть. Опять липучки. Он артикуляция, в принципе, такая же, как и у Джейнова и предыдущих. Но у него он 1994 года на 2 года. На 3 года даже ранее Джейновой. Вот, на ноге было. И дальше. Так, камера у меня падает. Вот сама фигурка. Может, у него ограничено. Он не может, как Джейнвей, на 100% руку. Штаны очень короткие всем сделали. Шпагат также может. Я заказывал без коробки всех. Я заказывал с рук. Впервые. Еще у меня есть на обзор Ворф. Клингонец. Он может вот так же сидеть. Дальше. Сам скульпт, сама голова также поворачивается хорошо. Правда, волосы. Это по три. Так он ходил со второго или третьего сезона. Ну, видимо, с третьего сезона, потому что раньше он ходил в каком-то красном. Это вторая версия Оду, потому что первая была какая-то красная и бордовая. А это вот бежевая. Последняя версия Оду. Меняющегося метаморфа. Что ж. И сама вот подставка. Вот такая. Баджорсы. Бейджорсы. У меня был перевод ужасный. Вот. Плеймейтес. Что ж. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Антон Вестер. И у меня еще на обзоре остался лейтенант Командер Ворф, также по станции 9. Глубокий космос 9. Вот еще у него есть такой тоже значок, но как у других у него стикер, наклейка. Ну всем пока. Живите долго и процветайте. Помните. Ставьте лайки или дизлайки. Всем пока. С вами был я, Антон Фестер.